Доброго времени суток, с вами снова Илья Нуровский и Анастасия. Что можем сказать Анастасии на данный момент нашим зрителям, нашим подписчикам? Ну что, мы собираемся в очередное путешествие небольшое. Сегодня это река Белая в районе деревни Хлебинина. Дорогу мы не знаем, впрочем, как обычно. Пока что движемся по навигатору. Погода хмурая, погода пасмурная. Мы едем не с целью загорать, мы едем с целью отдохнуть. Разгонишь, ты знаешь, что там пробочка? Пробочка, да? Да, знаешь, сколько вот этих фур? Раз, два, три, четыре, пять. Там их до хуя, до поворота. Это говорит о моих эмоциях. Что мы сейчас мы делаем? Стоим в пробке, наслаждаемся тишиной. Спокойствием. Позитивный человек. Ну а что делать? Нам еще 3 километра стоять в пробке. Машина ГИБДД. С водителем, который похож на Нургина Ильнура. Да, погрозил нам пальцем. Спасибо ему, что нас не оштрафовал, не остановил. Просто погрозил пальцем. Поехали. На природу называется. Ура! Мы проехали федеральную пробку на федеральной трассе, повернули уже на проселочную дорогу. Дальше дорога нам неизвестна. Будем рассчитывать только на женщину в телефоне. Болтает. Даже мне слова не дает сказать. Потому что я ее похвалил, что у тебя, говорю, дикция такая отличная. Она такая вспомнила свои студенческие годы, дипломную работу. Так, говорит. Поэтому сегодня блог буду вести я. Много в ней полей, лесов и рек. Пытался пробиться через дебри своих нейросетей и вспомнить слова этой песни. Широка страна моя родная. Приехав в населенный пункт под названием Хлебинина, необходимо будет определиться, где же место нашей стоянки. Справа от хлеба или слева от хлеба? От хлеба. Слабая, тире умная. Слабоумная и отважная. Слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага, да, это наш конек. Слабоумие и отвага. Чип и Дейл. Ищем место для стоянки. Приехали не знаю куда. Река там находится, там вдали церковь. Мы просто не знаем, как доехать на место для стоянки. Ну, посмотрим. Вот, нам нужно как-то попасть туда, чтобы попасть... Вон, вот эту дорогу, как нам на эту дорогу попасть? Нам надо будет обратно выехать. Но места красивые, я вам сразу говорю. Нам только найти это место надо. Здесь такая скала. Ты не упадешь, Настя? Вот так боком спускайся. Если на скалу не захочешь подниматься, как на балкончик, то не надо, ладно? Нет, не надо. Красиво? Очень красиво. Обалденные места Хлебинина, если честно. Ребята, я не боюсь спуститься. Если честно, очко дергается. Здесь я не боюсь. Но скалу, видишь, да, какая красотища? Красотища мощная. Ну, точно вот по этой дороге надо сюда приехать. В общем, ищем дальше место для стоянки. Что, после долгих исканий места для стоянки мы решили остановиться здесь. Да, здесь стоянка уже была. Она не свежая. У меня ответственная миссия, да, я снимаю установку лагеря палаточного. Самая легкая работа для вот на таком месте красивом, живописном решили установить лагерь. Там есть такой остров, на который завтра мы экспедицию, да, организуем на остров. Прячем нашу палатку. Так, все, маскировка. Маскировка. Установлен наш ночлег. Осталось накачать матрас. Что, Ильнур, как ты себя чувствуешь? Долго тебе еще? Чего говоришь? Долго, говорю, тебе еще? Да, сколько? Мало. Быстро, да? Ну вот тот берег, конечно, тот остров очень манит, да? Да. Да, у нас отличные соседи с репертуаром музыки. Добрый вечер.
сейчас увидите наш лагерь, который уже видели. Вот он. Здесь варится кофе. Здесь Анастасия кухарит, молодец. То, чем должна заниматься женщина. Ну, на природе, как правило, шашлыки готовят мужчины, но я уже как бы ее приготовил. Настя просто придерживает от огня. Ну, пойду за дровами схожу, да? Давай. Этот вот толстый. Посмотри. Точно готовы, да? Не знаю. Кинь, да, вот это все. Сильно, сильно нельзя его. Можем выше поднять. Готово? Еще не готовы. Тогда пускай готовится. Ну, прокомментируйте происходящее в дыму, да, Анастасия. Ждем наших друзей, да, все здорово. Дождик накрапывает, приятно так? Да, приятно. Жары нету, курица подгорает. Не подгорает, а потому что Настя решила стать блогершей. Покажи, как у нас вкусно здесь все. У нас кофе, шашлык, лаваш, овощи. Все потрясающе вкусно. Мы проголодались. Приятного нам аппетита. Это точно. Петлюра? Да, наверное, да. А не ласковый май? Нет, точно не ласковый. Вот так все по накатанной. Кондрикуль, так себе. Аслыкуль, во, здесь вообще. Да. А мы сейчас находимся на берегу реки Белой, возле села Аклебинино. Неожиданно Настя для себя открыла брикеты, которые не просто согревают наш весь лагерь по периметру, но и обогащают нас освещением. Да. Что я хочу сказать? Вот на таком, за счет такого брикета можно легко сварить кофе. Да. И не надо мучиться дрова искать. Наташа, они так далеко были, что ли? Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как спалось, Анастасия? Спать не ложился, только гостей проводили. То есть вы хотите сказать, вы еще не спали? Да. А каких гостей мы проводили? Да, светло стало, мы еще спать не ложились. Дождик накрапывал, что-то мучился, да? Вот так сжигаем все, что до нас не дожгли. А вот эти вот штуки тоже можно? Да, кидай, кидай. Соседи у нас дурные оказались. Соседи у нас очень веселые. Дурные они. До сих пор у них музыка играет. У них аккумулятор не садится? Ладно, когда будет светло, мы еще выйдем на связь, да? Наверное, уже выспимся. Когда выспимся? Хорошо посидели с Илюхой, с Танитой. Поболтали. Поели. Выпили кофе. Было классно. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро. Что было? Расскажи, что ночью было. Его ночью, утром. Утром, да, спать мы любили во сколько? 6:30 утра. Уснули 8. Дождь, мощный. Да, с ветром, да? Помыли всю нашу посуду недомытую вчера. Ну мы хорошо, что лагерь убрали, так все в палатку. Да, ну, может 5 часов спали, может 4. Предобеденный променад. Это два растения торчат. Я думаю, птица что ли. Ягодная поляна. Ну, в таких местах ягод много. О, такая ящерица здоровая. Побежал. Ну, побежал, но она здоровая. Ну вот, в принципе, лагерь живет. У лагеря появилась новая жизнь. После дождя. Солнышко светит. Настенька посуду моет. Кофе варится. Культурно так варится. Да? Да, там надо, может, помешать кофе, ну? Помешаем. Ой, по-моему, уже здесь все ништяк. Да? Пожарим. Я говорю, здесь кофе уже, по-моему, готово. Ну, не знаю. Ты знаток лучший. Иди, иди купаться. Настя, а иди купаться. Купаться, Настя, пойдем? Сил мне не хватает. Как. Да, надо это. Вот, что я и боялся. Что у нас завтрак? Что у нас с завтраком? У нас завтрак. На завтрак у нас вчерашний ужин.
Вот так, на берегу реки мы завтракаем. Это нормально для нас. У нас так регулярно. Рассказывай, Настя, что ты задумала? Я задумала переплыть на тот берег, посетить остров. Потому что, скажи, такую женщину, как я, завоевывать сложно. Вот Ильнур решил ради меня. Такую женщину, как я, нужно еще и завоевать. Вот мой герой будет меня завоевывать. Это вот эта авантюра, переплыть на тот берег. Ты, конечно, пассивно собираешься на матрасе. Конечно, я так буду, да, я же это... У меня трон, матрас, там, все. Ладно, тогда все, закрываем палатку и поплывем. Ильнур несет матрас, решили подняться чуть выше по течению, чтобы аккуратно по течению попасть на остров. Какая живность, Ильнур, расскажи, какая живность тебе попадается? Живность большая, страшная. Да, в реке живет, хвостами лупит по воде, даже страшно купаться идти. Ну что, давай, авантюристка, пробуем? Ну да, а как я должна туда залезть? По колено в грязь. Хорошо гребешь, вот прям отлично гребешь, ровно курс на остров. Не знаю, что палке, я снимаю. Да? На палке, да? Да, смотри, как хорошо. Там, конечно, мы преодолели огромный участок грязи. Он кричит. Дай, блядь, что там падает? Вот. Мы уже проделали вот такой путь. Ладно, вот это наш берег. О, сейчас воткнемся. Вот ура! Тебе, вот тебе и берег. О, вот та-та-та-та! Я! Уважаемые подписчики! Берег! Да, берег-то берег, у меня вся попа мокрая! Смотри! Да, матрас надо. Матрас. Все, пошли пешком. Здесь очень много ракушек. Надо было свои тапочки взять. Ну да, надо. Иди сходи за тапочками. Что я хочу сказать? Настя заблудилась. На этом острове очень хорошие пляжные места. Сейчас просто из-за того, что утром был дождик. Из-за того, что утром был дождик, сильный дождь. Естественно, все еще не высохло. Но я уверен, что когда здесь солнечно, здесь очень сухо. Сапсаны летают, красиво так. Охотятся за рыбами. Вообще супер здесь. Прям бегай не хочу. И ногам приятно. Такой нежный, красивый песок. Вот мой герой. Бежит по песку ко мне. Да, интересно, побалует ли он нас сегодня своей знаменитой ходьбой на руках. Очень классно бегать по проваливающемуся песку. Да. Мечтательно здесь все. Очень тяжело ходить в песку, честное слово. Тяжело и все. Потому что все проваливается, опоры нету. Ну, попробуем. Я бы Фидель Кастро рекомендовал бы такой ивент, ходьба на руках по песку, ну реально тяжело, может кому-то легко, попробуйте. Да. Здесь зато всякой живности нет. Ну да. Здесь зато всякой живности нет. Ай-яй-яй, Ильнур! Ильнур!
шутишь, но все равно в каждой шуточке есть доля шуточки. Ай, так далеко не пойду больше. Вот смотри, с той стороны тоже хорошенькие местечки. Вон спуск хороший к воде. Надо как-то научиться туда попадать. Да, на ту сторону. Давай, иди беги. Куда? Не знаю. Ладно. Вот так надо бегать. Ну что, покидаем мы этот остров, столь живописный и красивый, да? Да, столь же живописным и красивым способом, который мы прибыли. Вот мои ласты. Вот такое счастливое лицо Эльмура, который свою принцессу на матрасе катает. Ай-яй-яй, сейчас опять зальет меня водой. Посмотрите, какая красота. Здесь растут кувшинки. Вот. Мой принц меня тащит на матрасе, буксирует. Лягушачий. Лягушачий. Кувшинки по латыни будут лютикус. Люфурнутая. Кувшинка обыкновенная. Да. Латинское название. Вещество содержит лютеин. Лютеин. Да, в кувшинках на содержится. Лютеин. Ну, лютеин это контрацептив природный. В смысле? Ну, вообще его использовали как, как местный контрацептив. Кувшинка гондон. Ну, не так выделяли вещество и вводили во влагалище женщины. Именно в лютеинную фазу, да? Местную. Ну, в любую фазу. Местный контрацептив. Фармакогнозия? Да, это наука о растениях, о лекарственных травах, о веществах, содержащихся лекарственных трав. Ну что, вот и подошло время к тому, чтобы мы уже собирались и покинули это прекрасное место. Потому что завтра понедельник, рабочие будни, выходные мы отработали, отдохнули на все 100%. Замечательные выходные прошли. Заново скажи, горе-блогерша. У нас были замечательные выходные на берегу Белой, недалеко от поселка Хлебинина. Да, я думаю, что это место стоит того, чтобы еще однажды когда-нибудь сюда приехать. Ну а следующие выходные, наверное, какое-то новое место, новое путешествие нас ждет. Все, пока-пока. Закругляемся.